Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория». Акватория сауда желісінен жағымды жаңалық. Обылғайы аудандағы біздің дүкеніміз сауда алаңымен тауар түрлерін жаңартты. Енді бізде тек қана сантехника ғана емес, жуынатын бөлмеге арналған сәнді жиһаз да бар. Санфаянс таңдауы айтарлықтай кеңейді. Еуропа мен Ресей өндірушілерінен инновациялық жаңа ыңғайлы бренд секциялар таңдай аласыз. Акватория дүкенінде бәрі жылу және сумен жабдықтауға арналған. Мекен жайы Әлия Молдағұлова 17В, Батыс 2 ауданы Обылғайы ғимарат. На Карамахарсе. Здравствуйте, с вами пресс-новости. Сотрудники правоохранительных органов России в рекордно короткий срок раскрыли совершенное в центре Москвы убийство сопредседателя партии РПР «Парнас» Бориса Немцова. По этому делу арестованы пятеро этнических чеченцев. Еще один подорвал себя гранатой при задержании. По данным «Коммерсанта», как минимум трое из фигурантов громкого дела до недавнего времени служили в органах внутренних дел. Причем один из них, Заур Дадаев, являлся заместителем командира полка «Север» внутренних войск МВД Российской Федерации. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал лейтенанта в отставке Дадаева настоящим патриотом России, подчеркнув, что только тщательное расследование покажет, действительно ли он виновен. Директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Иван Салтановский заявил, что разговор о расширении присутствия наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе преждевременен, пока не выполнены положения минских договоренностей. Пока на Украине нет внутринационального диалога между сторонами конфликта, пока не началась конституционная реформа, пока не выполнены другие положения минских договоренностей, речь об укреплении или увеличении количества КПП, где есть наблюдатели, на российско-украинской границе преждевременно, заявил господин Салтановский РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес на одобрение Верховную Раду решение о допуске иностранных войск на территорию Украины для участия в международных учениях в 2015 году, сообщает ТАСС. Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента страны, проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2015 году для участия в многонациональных учениях был внесен в Раду еще 6 марта по инициативе президента Петра Порошенко. Чехия намерена вернуть Польше свыше 3,5 квадратных километров собственной территории, чтобы покончить с пограничным спором, восходящим к началу 1950-х годов. По данным британской газеты «Телеграф», Прага, мотивируя это решение желанием развивать добрососедские отношения с северным соседом, предлагает Варшаве изменить границу, установленную между двумя странами социалистического блока под советским давлением во времена Холодной войны. Польша получит свою территорию обратно, но пока все подробности этого дела конфиденциальные, поэтому я не могу о них рассказать, заявил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Как стало известно британскому изданию, речь идет о территориях в Северной Моравии и Северной Богемии. Ранее Прага предлагала Варшаве финансовую компенсацию за спорные земли, но встретила отказ. Венесуэла планирует установить в супермаркетах по всей стране около 20 тысяч сканеров для считывания отпечатков пальцев покупателей, пишет Wall Street Journal. Отпечатки пальцев будут собираться для того, чтобы не дать покупателям скупать повседневные товары свыше установленных правительством норм. По словам президента страны Николаса Мадуро, 7 крупных частных розничных сетей добровольно согласились на установку сканеров. С прошлого года в Венесуэле отмечаются повсеместные перебои с поставками предметов первой необходимости, что создает длинные очереди в магазинах, когда какие-то товары все же появляются на прилавках. Мадуро утверждает, что в дефиците виноваты спекулянты, придерживающие товары для того, чтобы взвинтить цены. Нехватка базовых продовольственных товаров и лекарств усиливает недовольство венесуэльцев и катализирует частные и массовые акции протеста, нередко заканчивающиеся насилием.
Нина Павловна Немальцева убеждена, что современные режиссеры даже в самых реалистичных фильмах не показывают и 20-й части тех зверств, что на самом деле творили фашисты на оккупированных территориях. Она, будучи еще ребенком, побывала в двух концентрационных лагерях. Историю сложной судьбы нашей землячки расскажет Эврика в завтрашнем номере. Это были все пресс-новости. Смотрите нас и сегодня. Вы увидите то, что другие прочитают только завтра. До встречи. Спонсор программы – сеть магазинов «Акватория».